За минувшие сутки было 36 нарушений. За ночь 11. Основная зона обстрела городских черт населенных пунктов республики. Это Донецк, Макеевка и Горловка. По разрушениям. Город Донецк 17. Макеевка 28. Горловка 2. Было зафиксировано 9 пожаров, где сотрудники МЧС принимали участие в тушении. Я вчера озвучивал потери среди гражданского населения. Не потери, а пострадавших. 4 человека. За сутки эта цифра изменилась. Убитыми 4, ранеными 15. Как служба просто работает, они тоже не всегда могут выяснять, потому что медицина, когда привозит, они часто не сообщают откуда. Единственное только, что в Кировском районе погибших, а вот по пострадавшим пока трудно сказать, откуда их привозили. Ну, цифра такая. По противнику. За минувшую ночь. Личный состав. 21 человек убитый в районе. Уничтожено одно артиллерийское орудие. Один БРДМ, одно БМП и два автомобиля. Вы видите на столе документы украинских военнослужащих. Это те документы, которые хранились при них. Были изъяты. Чем они интересны? Тут лежат военные билеты и справки заключения медицинской службы о том, что он годен строевой. Москаленко Сергей Николаевич, 69-го года рождения. Удостоверение механика-водителя, его заключение врачебной комиссии о том, что этот человек угоден строевой. Гипертония первой степени, остеохондроз поперечного отдела позвоночника, стенокардия. Вот так идет мобилизация в украинскую армию. Она только затронула тех людей, которые не в состоянии, по состоянию здоровья, были покинуть территорию родной страны. И вот за счет таких людей украинская власть решает свои политические какие-то цели и задачи. Я как бы хочу обратиться к родителям военнослужащих о том, что вы подумайте, когда вы даете добро, свое благословение на то, чтобы ваши сыновья, мужья ехали сюда по призыву украинских властей, а они здесь гибнут в чьих-то интересах. Но это явно не в интересах самой Украины. Они гибнут в интересах тех организаций политических, гражданских, военных, которые решили на земле Украины сделать очередной Армагеддон. А вот те люди, которые в состоянии носить оружие, так называемый батальон неуловимых, их почему-то здесь на территории никого нет. Я как-то выяснял за сына президента Порошенко. Да, он здесь был порядка 3 месяцев, очень далеко от передовой, был приписан к артиллерийской части. Теперь у меня есть запись о том, что он участник боевых действий, ему везде дорога, но его охраняли очень сильно, никуда не пускали. И тот ужас войны, который развернула украинская власть, его глаза не видели. Поэтому некоторые заявления депутатов
Верховная Рада о том, что нужно отправить всех сыновей политических кругов сюда, но их призыв никто не услышал. Вот краткая сводка за ночь. Слушаю ваш вопрос. Я сводку даю по вечерам. Следующий вопрос, пожалуйста. Да, только представьтесь опять же. Агентство РИА Новости. Дорот Александрович, вот вчера обсуждалось введение режима тишины в Дебальцево. То есть сначала выступил в Киеве с этой инициативой, а вечером президент ОБСЕ поддержал. Как вы думаете, может это? Ну, давайте я чуть правду расскажу. По поводу режима тишины, связанного по Дебальцево. Откуда это появилось? Мы обратились с официальным письмом к украинским властям о том, что организовать режим тишины в районе Пригорска по причине того, что мы хотели сделать эвакуацию гражданского населения. Это письмо было направлено в районе 15 часов позавчера, подчеркиваю. Ответ был получен в час ночи вчера о том, что они согласны, но при этом туда вписывали еще 4 города, которые отношения к Ульгорску никакого не имеют. И эвакуация гражданского населения, которая производилась в Ульгорске, она производилась под артиллерийскую канонаду. В общей сложности было эвакуировано порядка 1000 человек. Эвакуация происходила по этапу, можно сказать, 2,5. Вот эта половинка – это приведение боевых действий военнослужащих армии ДНР под огнем, по возможности на своем транспорте вывозили. Второй этап – это был 300 человек, и вчера порядка 600 человек. То есть в общей сложности 1000. На сегодня проводится операция по проверке по адресам оставшихся в этом населенном пункте. Потому что есть подозрение, что не все в состоянии могли выйти из своих домов и подвалов, и они могли не знать о том, что такая акция проводится. К обеду будет известна полностью картина, потому что пока мы знаем, что там остались в основном только мужчины, которые не захотели покидать свой город. Женщины, старики, дети были вывезены. Было определено 2 места распределения гражданского. Они туда были доставлены. Общественные организации, как Красный Крест, ОБСЕ, они об этом были уведомлены. Так вот, по поводу вот этого решения украинских властей, что они предлагали. Поэтому здесь есть чуть-чуть вранье. А по Дебальцево мы говорили, что по самому населенному пункту артиллерийский огонь мы не ведем. И поэтому ссылаться на то, что гибнут мирные жители, потому что якобы мы их расстреливаем, это вранье. Вывод за территорию города гражданское население мы не запрещаем. И это сводка вам все время довожу. Кто хочет уйти, пожалуйста, пусть уходит. Мы их удержим. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Агентство ДАН, меня зовут Галина. Скажите, какая сейчас обстановка в сторону Курахова? Что там сейчас? Потому как Украина дает информацию, но вроде бы готовилась какие-то обстрелы, минуты, еще что-то. Скажите, как всегда или это действительно так? Ну, давайте так. Везде идет война. Да, может там какие-то быть обстрелы каких-то видов вооружения, но именно активных боевых действий в этом направлении никто не видит. Еще вопросы, пожалуйста. Нет ли тогда завтра вечером, сегодня вечером, ну, и завтра тоже, 7:30 вы, да. 19:30. Давайте будем чуть-чуть отдалять, я понимаю, что вы этим недовольны, но вам зато меньше будет ожидать. Может, найдем все-таки точку соприкосновения, когда то время, которое будет обозначено, она будет. Не, ну 10 вечера тоже через. Надеюсь, вы до этого не дойдете. Большое спасибо.
Все, да. Поставлю.